Стома комфорт. Идеальная замена для всех тех людей, кто использует какие-нибудь антацидные средства от Альмагеля до Ренни. Вот кто жует все разные эти таблетки от изжоги. Да? Это прекрасное средство. Состав богатейший. Вот как они додумались его таким шикарным сделать, я даже не знаю. Потому что, когда, представьте, вот у человека вырабатывается кислота. Дается Ренни, который эту кислоту переводит в углекислый газ и воду. Что остается в желудке? Вода. Как вода может переварить то, что человек съел? Никак. То есть, а в этом продукте, обратите внимание, пожалуйста, есть плоды папайи, их много, 40 миллиграмм. Они расщепят пищу. То есть погасится кислотность избыточная, да, и пища переварится. А вот эти вот альгиновые кислоты, они выстилают стеночку желудка и защищают ее от раздражения вот этой повышенной кислотой. То есть комплекс просто потрясающий. Значит, я достигается? Сразу. Минут через 10-15. У кого изжога? Ну и вообще как-то можно так вот, у кого там студенты, вот, например, там учится ребенок где-нибудь, да, не здесь, да, вот, да, быстро помогает, да, то есть какой-то дискомфорт вот для студентов, кто вот где-то вдали от родного дома питается, да, и ездит, то есть вот эта банка должна быть в аптечке у них при себе, потому что что-то, съели какой-нибудь бублик, пончик там на улице, шаурму, пришли домой, желудок заболел, рассосали, стомак-комфорт, все, вопросов нет. Он в таблетках, да, рассасывается, очень приятный, очень. В мою беременность только он мне изжогу и снимал. Больше ничто, да, то есть вот при беременности изжога. Можно раскрошить, да. Ну, как бы, когда рассасываешь, потихонечку вот он работает, то есть не хуже.